Шестой этап чемпионата мира по мотокроссу проходил в окрестностях Кишинева. Первенство оспаривали 35 сильнейших гонщиков. Чемпионат разбит на 12 этапов. На трассах всех стран-участниц должны выступить спортсмены. Кишиневская трасса считается одной из самых интересных. Здесь есть где показать техническое мастерство и тактическое искусство. Советскую команду представляет молодежь. У наших ребят еще мало опыта, но они смело ведут гонку в пятерке лидеров. Лидирует чехословацкий спортсмен Ярослав Гомола, номер 12, английский Джон Бэнкс, номер 1, и под номером 30 трехкратный чемпион мира гонщик из ГДР Пауль Фридрихс. Такое напряжение выдержать трудно. Первым отступает Гомола. Теперь гонку ведет Джон Бэнкс, но Фридрихс держится вплотную за ним. Трудный участок. Фридрихс вырывается вперед. Чтобы победить в этом этапе, ему нужно опередить соперника на 32 секунды. Фридрихс финиширует первым. За ним Джон Бэнкс. Победа, да только не полная. У англичанина все-таки лучшее время по сумме двух заездов. Он выигрывает кишиневский этап чемпионата мира.